В режиме видеоконференции проходило совещание, где обсуждались итоги работы жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов в осенне-зимний период 2014-2015 годов. В рамках совещания были определены задачи по подготовке к предстоящему отопительному сезону. По словам исполняющего обязанности вице-губернатора Сергея Алтухова, прошлый отопительный сезон во всех муниципалитетах прошел достаточно удовлетворительно благодаря выполненным мероприятиям. Серьезных аварий и перебоев с электро-, газа-, тепло- и водоснабжением в крае не было. На подготовку муниципального образования Белореченский район к прошедшему осенне-зимнему периоду было запланировано 319 мероприятий с объемом финансирования на сумму более 38 миллионов рублей. Фактически было выполнено 87% мероприятий. На подготовку систем централизованного теплоснабжения в прошлом году было выделено свыше 15 миллионов рублей, в том числе из местного бюджета почти 5 миллионов рублей. На подготовку систем централизованного водоснабжения и водоотведения израсходовано почти 4 миллиона рублей, в том числе 833 тысячи из местного бюджета. Сегодня в Белореченском районе, как и во всех муниципалитетах края, ведется подготовка к предстоящему отопительному периоду 2015-2016 годов. Комплексным планом предусмотрено финансирование мероприятий на сумму более 50 миллионов рублей, в том числе из местных бюджетов района и поселений 8 миллионов 616 тысяч рублей, из краевого бюджета 8 миллионов 285 тысяч рублей. Средства предприятий более 26 миллионов рублей. У нас потребность в финансировании мероприятий по подготовке к зиме систем водоснабжения выше прошлогоднего на 100 миллионов. Дефицит средств на сумму 544 миллиона рублей. Но этот факт несколько настораживает. Вы прекрасно понимаете, что в лучшие годы субсидии никогда не превышали 20%. Муниципалитетам рекомендовано скорректировать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов с учетом реальных финансовых возможностей и обеспечить в первую очередь финансирование из местного бюджета. В ближайшее время утвердить схемы для разработки инвестиционных программ. Наталья Пугачева, Артем Кузьмин. События и люди.